Вас приветствует информатор Нижегородского транспорта. Сегодня будет представлен топ-5 самых длинных маршрутов автобусов Нижнего Новгорода. Приятного просмотра! На 5-м месте расположился автобус А-65. Улица Космическая, магазин «Горьковские товары». Протяженность маршрута составляет 26,29 километров. Подвижный состав. Автобусы среднего класса ПАС 320-412-05 «Вектор» до 15 машин на маршруте. Время в пути составляет 65 минут. Кстати, раньше автобусы 65 доезжали до ЗКПД-4 и имели автобусы ЛиАЗ. Но после транспортной реформы ЛиАЗы убрали и поставили на их место ПАЗики «Вектор». На 4-м месте располагается автобус А51 ЗКПД-4, микрорайон Кузнечиха-2. Протяженность маршрута 27 километров. Подвижный состав. Автобусы большого класса ЛиАЗ 5256, ЛиАЗ 5292, ЛиАЗ 529267 до 18 машин на маршруте. Время в пути примерно 69 минут. Третье место забирает автобус А12 ЗКПД-4, автовокзал Щерби-НКИ. Протяженность маршрута 27,36 километров. Подвижной состав. Автобусы большого класса ЛиАЗ 5256 и ЛиАЗ 5292 до 14 машин на маршруте. Время в пути примерно 67 минут. Серебро получает автобус А20 «Аэропорт», улица Деловая. Протяженность маршрута 29,42 километров. Подвижной состав. Автобусы большого класса до 15 машин на маршруте ЛиАЗ 5292 и ЛиАЗ 529267. Время в пути примерно 72 минуты. Первое место занимает автобус А45 ЗКПД-4, улица Академическая. Протяженность маршрута 30,55 километра. Подвижной состав. Автобусы среднего класса ПАС «Вектор» до 11 машин на маршруте. Время в пути 75 минут. Также из-за транспортной системы этот маршрут потерял автобусы ЛиАЗ 5256, ЛиАЗ 5292, ЛиАЗ 5293 и ЛиАЗ 529267. Благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также можете написать комментарий про свой любимый маршрут. Со следующего дня все видео будут в 20 часов ровно по московскому времени. Всем пока!